Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и в этом видео я хотел бы с вами порассуждать на тему того, почему все-таки Xbox называют говном, а PlayStation восхваляют. Видео будет касаться не только обычных пользователей, которые порой оставляют просто бессмысленные отзывы, но и блогеров, которые топят за PlayStation и поливают всевозможным говном Xbox. Опять же, высказываться можно по-разному, но когда человек просто обсирает тот или иной продукт, ту или иную ситуацию, это как-то не очень. Давайте начнем. На просторах сети вы можете найти просто кучу отзывов о том, что Xbox говно, худшая консоль в мире и тому подобные комментарии. Все мы знаем, что в принципе это далеко не так, и на каждый продукт у каждого свое мнение. В данном случае, а именно у российской аудитории, после фигового старта Xbox One, да, тут нужно признать, что Xbox One очень плохо стартанул из-за своего странного позиционирования и из-за отсутствия года в России. После этого началась просто какая-то мания, мода и даже, я бы сказал, движение засирать Хуан. Каплю в огонь подлили и широко известные обзорщики, журналисты и другие медиа-личности. Ведь многие из них начали не просто сравнивать две консоли, а, грубо говоря, находить недостатки в Xbox. Вот, кстати, почему-то до сих пор вспоминается обзор Логинова, где он в минус Xbox сказал, что он очень тяжелый. И потом все такие: да, он капец какой тяжелый, и понеслось, короче, немножко смешно. И в тот момент, мне кажется, было очень сложно высказывать альтернативное мнение, поскольку тебе платят сверху. Не знаю почему, но мне кажется, Sony умны, и многих блогеров на старте она просто подкупила. За это ему можно просто отдать 5 баллов за сообразительность. Реклама все же сделала свое дело. За год, пока Xbox не было в России, Sony настолько вдуплила в голову людям, что PlayStation 4 это самая лучшая консоль в мире, что в принципе у людей до сих пор сидит это в головах. Опять же, не знаю, правда или нет, но мне кажется, что Sony сотрудничала и сотрудничает с сетями, которые продают ее консоль. И сотрудничают они с этими сетями за счет того, что им просто капает больший процент от продажи PlayStation. Такое подозрение у меня вызвало после многих историй о том, что консультанты просто уверены, что PlayStation 4 лучше. Берите плойку и будет все чики-пуки. Когда человек приходит в магазин и не знает, что ему купить, то в принципе он опирается на мнение того, кто в принципе шарит в этой теме. В данном случае это консультант. А, кстати, никогда не слышал истории и сам лично не сталкивался с тем, что консультант сначала спрашивает твои потребности в консоли. Что ты хочешь вообще делать на ней? Играть, смотреть фильмы или пользоваться виртуальным шлемом реальности? Как-то никогда такого не было. Все как-то говорили сразу: вот, бери PlayStation, и она лучше, и так далее, и все. Опять же, ни в коем случае не виню консультантов, поскольку обстоятельства у всех разные. Что касаемо потребителей, они почему-то не имеют своего мнения и полагаются на мнение кого-то известнее. Вспомните, к примеру, мем «Айтипедия сказал». Это, кстати, наглядный пример того, что люди могут уже заранее знать, что лучше, а что хуже, лишь по мнению другого человека. Да, «Айтипедия» уже мало говорит о консолях, но люди, а именно начинающие блогеры, подхватывают его позицию. Да, может быть, это действительно их мнение, либо же это повод, скорее всего, набрать больше просмотров и подписчиков. И если они все-таки считают, что Xbox One хуже, то не так сильно, как они об этом заявляют. Ибо если вы заметите, то видео с PlayStation набирает намного больше просмотров. Ведь почти каждый ищет оправдание о том, что он не зря купил, или ему подарили эту замечательную консоль. А, кстати, нисколько не удивлюсь, если по статистике PlayStation 4 имеют ребята помладше. Кстати, тут опять виной всему реклама и проеб российского подразделения Xbox. Ведь за целый год у каждого школьника было как минимум 2 офигенных праздника, в которые можно получить офигенные подарки. Это день рождения и Новый год. Не исключая того факта, пока Xbox не было в России, и реклама PlayStation играла где только можно, родители быстро определялись с выбором. Ведь это по факту действительно крутой подарок, и особо-то думать ничего не надо. И батя поиграет тайком. Почему бы и нет. Еще, кстати, не очень понимаю, когда в этой всей теме поднимают продажи консолей. А именно прям тыкают в нос о том, что Хуан продался хуже, чем плойка. Да, в принципе, это факт. И что дальше? У тех, кто тыкает, в принципе, нет никаких акций этой компании. Они не участвовали в разработке консоли. Им, не капает процент с продажи. И, по сути, это их вообще никак не касается. И да, если все-таки аналогичный продукт продается чуть хуже, значит, компания все-таки где-то проигрывает. На это влияет не только сам продукт, но еще и маркетинг. Майки в России почему-то это реально упускают, и я не понимаю почему. Но тут, опять же, все зависит от компании, от их внутренних задач, поэтому им, видимо, виднее. То, что продается кто-то лучше, кто-то хуже, в этом, в принципе, нет ничего плохого.
Я не против, что кто-то лидирует, кто-то проигрывает. Мне на самом деле как-то фиолетово на это, поскольку я купил, играю и, в принципе, радуюсь этому. А на экономические дела той или иной компании мне, в принципе, фиолетово, ибо я к этому бизнесу не имею никакого отношения. Мне в этой ситуации больше всего бесит мания обсирать Хуан. Грубо говоря, просто нашли девочку для битья. Вот говно и все. Вот потому что экзов нету. Все, конец. Хотя, по сути, экзы есть. Это есть сейчас об играх, в которые вы не поиграете на другой консоли. Опять же, вы можете поиграть в них на ПК, но это совершенно другая история. Людям, кстати, даже не так важно, поиграют ли они в эти игры. Им просто важен сам факт слива. И тем самым найти еще один повод оправдать свою покупку. По факту, многим обладателям PlayStation, ну вот просто пофиг на игры Xbox One. И выпустив эти игры на комп, обладатели PlayStation 4, ну вряд ли пойдут в них играть, поскольку у них, скорее всего, не будет компа для этого. Но они все равно будут засирать и везде кричать, что Xbox One говно, все эксклюзивы слили и тому подобное. Виной всему этому лишь общественное мнение. Где-то там прочел, услышал пару раз, и в принципе все об этом говорят, значит это должно быть действительно так. Ну и еще и оправдание своей покупки. У меня вот есть, я это купил, значит это лучше по-любому, а вот все что остальное, это должно быть говно, по факту. Как говорится, свое говно не пахнет. На самом деле, кстати, не знаю, как в этой битве не засирать Nintendo Switch. Это как бы тоже топовая консоль на рынке. Но ее как-то не особо сравнивают с ее маленькой производительностью. А почему-то не говорят, что какие-то игры на нее вообще не выйдут, что игры урезаны, маленькое разрешение и тому подобное. Да, я понимаю, что Switch это больше портативная консоль, но это опять же никак не меняет, что все-таки там игры урезаны, маленькое разрешение, и она как бы конкурент консолей Xbox One и PlayStation 4. Ведь когда показывают статистику, Switch там тоже есть. Она как-то вообще, кстати, живет своей жизнью и живет вполне неплохо, поскольку продажи, по-моему, больше, чем Xbox One. Ну, на самом деле, как-то и мне Switch не хочется трогать, поскольку это какая-то такая живущая отдельная консоль. Как бы она тусуется, но, ну, немножко отдельно. Если подводить с этого какой-то вывод, то никогда и никого не слушайте. Всегда опирайтесь на свое мнение и на свои предпочтения. Ибо все-таки вам играть на той или иной консоли и вам решать, на чем играть, а на чем не играть. Абсолютно у каждого продукта есть плюсы и минусы. И если бы какой-то продукт был реально говном, то его, скорее всего, просто изъяли бы с рынка. И ни в коем случае не делали бы следующую модель, поскольку это просто экономически невыгодно. Поэтому играйте в то, что вам нравится. А на этом у меня все. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши свое мнение о той или иной консоли. Пиши, как ты относишься к этому консольному срачу. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч.